поселке Трудовое возводят сразу две новые поликлиники – детскую и взрослую. Строительство детской поликлиники на улице Лермонтова практически завершено, остались небольшие доделки. На территории поселка Трудовое у нас возводятся две поликлиники. Первая по адресу Лермонтова 87 уже фактически завершена строительством, остались небольшие доделки. Я убежден, что к концу мая общестрой завершится. Следующим шагом будет приобретение необходимого медицинского оборудования для того, чтобы, я предполагаю, летом этого года все-таки детская поликлиника на территории поселка Трудовое, новая, открыла свои двери для пациентов. Поликлиника большая, должна охватить своим вниманием 4500 детей, которые проживают здесь на территории. На территории поликлиники есть в том числе и дневной стационар. Взрослую поликлинику возводят на улице Беговой. Основные строительные работы здесь должны завершить в начале следующего года. А уже в этом году администрация Владивостока сделает дорогу к новому медучреждению. Этот объект находится недалеко от дома по адресу Беговая 5. Два больших блока. Первый – это дорога, которая появится от Лермонтова до самой поликлиники. Должен появиться тротуар. Средства также заложены в муниципальный бюджет. Фактически мы эти мероприятия реализуем. Сам проект должен завершиться строительством в конце января 2025 года. Ну и также будет вопрос о приобретении необходимого оборудования. Понимаем, что, условно, в конце весны 2025 года здесь, на территории поселка Трудовое, мы получим еще и взрослую поликлинику. Конечно, это также важно, это качество оказываемых первичных медицинских услуг. Для этого администрация Владивостока привлекает специализированную подрядную организацию. Там предстоит уложить новое асфальтовое покрытие, благоустроить пешеходные маршруты к поликлинике, сделать два наземных пешеходных перехода и провести другие необходимые работы. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.